Сейчас вы услышите речь больного шизофренией, у которого наблюдается расстройство сознания «я» и реального мира. Все предстает передо мной как какое-то расплывчатое, какое-то туманное ощущение. Появляется как бы непрозрачность воздуха. Отсюда появляется плоскостность. Все видимое производит впечатление фотографичности. Я вижу действительность как бы отдаленной, ушедшей от меня. Мое «я» настолько до конца стерлось, что появилось какое-то вторичное ощущение моего «я». То есть появилось одновременно отсутствие моего «я» настоящего и появление какого-то чужого «я». Отмечу характерную особенность восприятия. Когда я смотрю на предмет, то глаз как бы оббегает. Ну да.